одержана еще одна большая победа над международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Наверное, у них есть все, но у них нет того, что есть у нас. У нас есть великая любовь к родине, великий патриотизм и великая самоотверженность наших людей, наших военнослужащих. Сегодня, в канун 74-й годовщины Великой Победы, мы часто вспоминаем подвиг советских воинов, победивших фашизм. К сожалению, сегодня в мире сохраняется еще одна угроза – это международный терроризм. Здесь, на этом поезде, представлены военные трофеи, добытые нашими военнослужащими в Сирии. Мы можем наглядно убедиться, насколько серьезен наш враг. Мы можем наглядно еще раз понять, какую сложную, важную и нужную задачу выполняют наши российские военнослужащие в Сирии. Я хочу вам задать один вопрос. А что было бы на нашей планете Земля, если бы не было такого государства, как Россия? Гражданская война в Сирии – это не просто война между правительством Асада и оппозицией. Это глубокий разрушительный процесс на планете, в который было вовлечено бы десятки стран мира. ИГИЛ – это смерть, это кровь, это жестокость. И с этим мракобесием надо бороться.